Ходили ли вы за грибами? Нет. Нет. Мне говорят, что у меня там клещи кусают. Мой папа ходил. Моя бабушка ходила. Я нет. Я тоже нет. Я ходила с моей мамой, тетей и бабушкой. Я с дедом ходил. Я на даче нашел мухомор. Ну, бабушка его кинула. Почему это называют тихой охотой? Потому что грибы тихие. Потому что в лесу тихо, животные не боятся, чем в городе. Дикие звери могут выскочить, потому что они прячутся под листиками. А почему грибы не так легко найти? Типа они такие маленькие, а мы их не видим. Еще они маскируются. В обычных местах не могут находиться. Некоторые грибы отлетятся съедобного от ядовитого. Некоторые не отлетятся. Но они еще появляются после грибного дождя. Какие съедобные грибы вы знаете? Лисичка. Маслята. Белый гриб. Шампиньон. Сестрички. Березовенькие. А чем отличается мухомор от поганки? Тем, что мухомор красный с пятнами, а на поганке нет такого. У поганок окраска другая. Белый. А что будет, если съесть мухомор? Будет плохо. Лоси, они едят мухомора. Да, и нормально. Мухомор, он может отравить человека и убить. У тебя будет голова кружиться. Галлюцинации. Зачем вообще люди ходят за грибами? Ну, чтобы приготовить вкусную еду. Например, супчик грибной, картошку вместе с грибами. Например, грибную пиццу. Запеканку. Например, грибной суп. Потому что в грибах много витаминов, которые нужны для нашего здоровья.